Ох, новый рабочий день. Надо заехать на за грузом на другой остров. Так, хорошо, берем разгончик. А, хорошо. Ну и, собственно, потихонечку взлетаем. О, сегодня такая классненькая погодочка. Все прекрасненько, все замечательно. Я лечу на своем любименьком самолетике компании. А, какая компания нафиг? Я просто доставляю грузы. Мне толком даже компании нету. Ну ладно. Так, хорошо, полетели. Ой, красота, лепота, никаких тебе проблем. Сбой системы. Сбой системы. Эй, какой сбой системы? Чё происходит? Нет, я падаю, прием! Прием, я их надо слышать, прием, я падаю! Да, здравствуйте, ожидайте службу спасения! Нет, быстро! Я не могу управлять самолетом! Что за дичь? Нет! Так, я, пожалуйста, взлететь! Нет! Нет! Да, стойте, вы куда? Вы все правильно поняли, я хочу стать спасателем на один день для ролика. А, ну хорошо, без проблем, тогда со мной смотри. Вот там стоит такой катер зеленый. О, а можно мне на гидроциклах? Не-не-не, это туристические. Мы там специально для тебя зелененькие подготовили. Ты же любишь зеленый цвет? Обожаю! А, ну хорошо, тогда, значит, смотри. Садишься. И сперва попробуй просто хотя бы сделать максимально такие круги классненькие. Короче, покажи свои умения плавать на катере. Потому что ты будешь спасательные операции делать в море. Только в море. Ну, весь день. А, ну хорошо, давайте попробуем. Так, ну пойдемте. О, я смотрела, кстати, видос. Лукас так, видимо, и не вернул этот, как его, гидроцикл. А, не вернул, все еще, прикинь. Мы, короче, уже на поиски его пришли, ему там штраф должны такой выписать. Хорошо, что они в тюрьму посадят, если честно. То как бы Виноград-то ролики снимал. Только с Андреем Старшим как старые добрые. А как же Лукас, он же так уже прикольно там прижился у них. Ну да, согласен. Так, ладно, а вот и, собственно, мой катер. Хорошо, садимся. Так, ну хорошо, погнали. Так, хорошо, мне сказали показать все, что я умею, если я хочу сюда попасть. Тогда, хорошо, погнали. Аккуратненько, мимо песка, вау! Так, теперь давайте крутанем, тут какие-нибудь движения, типа, о, резкие стопы и резкий вперед. Теперь, смотрите, ныряем, вылазим и снова вперед. Типа, если вдруг я вывалюсь, я успею быстро, типа, залезть обратно. Типа, допустим, подъезжаем и быстренько вот так вот. Подъезжаем к песочку и вау! Потом, допустим, берем и знак бесконечности, вау! Вот как-то так, теперь, смотрите, берем. Вау, резко, и, значит, едем дальше. Теперь, смотрите. Сейчас самый главный трюк. Блин, не получилось. А как же так-то? Я думала, я по песку проеду. Ну ладно. Тогда сальтуха. Я не знаю, почему я это сальтухой называю. Ну ладно, так теперь я могу задом. И резко вперед! Молодец, молодец! Все, ладно, мы поняли. А, ну хорошо. Тогда паркуемся потихонечку. Так вот. Опа. Молодец, паркуешься хорошо. Так, все, подплываем аккуратненько. Блин, я намочу, правда, все одежды немного, но ничего страшного. В принципе, специально одел такую, которую не жалко мочить. Опачки. Ну что ж, я сделал. Молодец, молодец, я все прекрасно заметил. Значит, смотри, теперь твоя задача будет следующей. Наши сотрудники, которые помогут тебе до конца подготовиться, где-то сейчас специально, возможно, рядом с островом этим, ну, рядом с сушей, точнее, а возможно, где-то недалеко отсюда, ну, в море, бросят небольшой, ой, господи, самолет, перепутал, корабль, и твоя задача, собственно, его найти. Ну и после этого ты, собственно, уже задашь на, так сказать, спасательные свои умения на день. Ты чего лакаешь? Я все понял, я тоже теперь хочу. Ну, короче, хорошо, я попробую. Давай, не скучай. Так, подходим вот сюдулики, садимся в катер и... Опа! Так, я уже в прыжке в него запрыгиваю, давайте пока отплывем. И, собственно, погнали искать катер. А уже можно? Да, давай, начинай! Без проблем. Фух, тогда, ой, блоки управления. Так, ладно, я погнал. Где же может быть? Куда же мне все-таки ехать-то? Я не совсем... Ой, понимаю, так, ладно. Что это было? Че, так просто, серьезно? Вообще без проблем, тогда так. А теперь как мне его, собственно... я нашел его теперь. Насколько я знаю, нужно развернуться. Стойте, я перепутал. Главное, чтобы не спалили то, что я вот так вот затупил сейчас. Надо сперва проверить на наличие выживших. Так, хорошо. Спрыгиваем в воду. Опа. Так, поплыли. И что у нас тут? Вообще никого нет. Тогда разворачиваемся и поплыли. Я опять тупанул. Огонь же не сильный. А это значит то, что я его сам могу потушить без всяких проблем. Тогда, ух, тихо, самому главное в огонь не въехать в этот. Опа, так, аккуратненько. Все, огонь потушил.
Ух, надеюсь, я не сильно там получил минус-балл. Все, погнали, короче, сообщать, собственно, этим ребятам. Так, аккуратненько сюда пока подплываем. Ну, как бы, когда мы нашли выживших, потерянное какое-то судно или еще что-то, не обязательно парковаться правильно. Так, где этот мужичок-то? А, я нашел! А, так быстро? Да, конечно, он там рядом стоит вообще. Ну ладно. Короче, молодец. Теперь ты сдал. О, так это очень хорошо. Спасибо. Ну, не за что. Ожидай, если что, вызовов. Хорошо. Так, а я могу пока погонять на катере? Окей, без проблем. Подождите, а сломанный его никто не хочет забирать, что ли? Он там как бы стоит, типа... А, ну ладно, это не мои проблемы. Так что просто поехали гонять! Ха-ха, классно! Брум-бум-бум-бум! Эй, воин! А? Что такое? Я не понял. Что такое? Короче, срочно! Где-то тут рядом, мы точно не знаем где, построен трамплин рядом с водой. И какой-то дурак на тракторе туда поехал и упал в воду. И его все еще не вытащили. Ага, я все понял, ни слова больше! Ага, молодец, воин! Так, опа, поворачивай и погнали, ребята, это наш первый вызов, все, погнали! Наша задача спасти, получается, какого-то тракториста, который как дурак зачем-то поехал на трамплине в воду. Так, ну где же он? Где-то здесь, ныряем, быстро! Так, где? Вон, вижу жителя! Спасибо, что меня спас! Да ладно, это пустяки! Ты как, нормально? Тут ты, по-моему, я тебя еле откачал, там бы задохнулся, по-моему, немножко. Ага, было такое, капец. Ну хорошо, что спасать меня довольно быстро приехали, но вздыхалочка, как видите, у меня проблема. А зачем ты на тракторе-то поехал по трамплину? Ну я думаю, ржачно будет, я спокойно выплыву. Все равно этот трактор мне уже надоел, я хочу новый купить. Ой, капец, ладно, давай, ты больше так самое главное не делай. Не делай, точнее, а я пойду. А, ну хорошо, давай, мне еще трактор тут вытаскивать. Да можешь оставить? Точно? Точно, ладно, тогда я поехал. Давай, до скорого. Ой, капец, блин, вообще, он еще, я его еле откачал, блин. Так, ладно, едем. Где у нас там? Опа. Так. Ну я сделал! О, молодец. Слушай, у нас тут сразу же, короче, новый произошел конфликтик, так сказать. А? Какой конфликтик? Там у дороги, короче, дальше по воде, вот в ту сторону назад, где этот тракторист доставал. Там, короче, прикинь, этот, на машине человек гнал, преступник причем. И, короче, в воду прямо улетел. Спаси преступника, собственно. Ну и за ним сейчас уже вот-вот полиция должна приехать, если что, его сразу же заберут. А, хорошо. Ну все, я поехал. А, давай, пока. Капец, теперь еще и преступника спасать. Знаешь, сперва дебила, потом преступника. А что дальше будет, мне просто интересно. Так, ладно. В любом случае, поехали, что могу сказать. Ёлки-палки, здесь как мне подняться-то? Фух, еле поднялся теперь. Опускаемся, вот здесь проплываем. Капец, для спасателей вообще нифига еще не сделали. Так. Так, где-то здесь. Ныряй. А где преступник-то, я не понял? Ага, наконец-то я на свободе! Эй, ты куда? Что? А, вон там, сзади полиция какой-нибудь, слава богу. Фух, так, ладно, а что делать с машиной-то? Все, машина, короче, не едет. Придется ее доставать. Так, ладно, цепляем. Так, спускаем. Так, все, зацепилось, все, я по камере смотрю. Потащили. О, слушайте, она довольно легкая, эта машинка. Я даже смогу с ней, довольно быстро ускоряться. Так, ладно, аккуратненько, главное здесь вот головой не удариться. Ай! Ударился все-таки. Вау! Вот это было весело. Так, ладно, едем в соседнее село на дискотеку. О, житель, который ее спас. Здорово! Так, не успел поздороваться, отбья. Так, ладно, осталось только машину достать еще. Угу. Да, капец, я сам достаю машину. Вообще-то это я должен был спасателям доложить. Ну ладно, так тоже. О, ты что, машину протащил, что ли? Да. Тебе же нужно было только преступника спасти, я же тебе говорил. Да ничего страшного. Мать, вот, забирайте машину. Фух, ну что там, закинул? Да. Офигеть, конечно, машиночка. Так, хорошо, аккуратненько отплываем. Фух, ладно, все, короче, я поплыл дальше. Пока отдыхай просто. Да, хорошо. Ой, блин, сколько я уже минут здесь гоняю. Наверное, уже полчаса, кстати, есть, наверное. Эй, Вайн, срочно сюда! А? Что такое? Так. Что такое? Срочно, максимально срочно, давай сюда, скорее, давай. Да что такое? Короче, Вайн, самолет только что нам доложили, упал где-то здесь неподалеку, скорее ищи его, быстрее, там очень ценный груз, да и плюс этот пилот с хорошим стажем, один из самых главных
господи, нашей страны пилотов, которые доставляют всякие вот эти, господи, вещицы. Фу, я не могу что-то сказать. Один из самых главных в стране? Да не в стране, просто в городе. Ну, короче, давай быстрее его спасай. Нам очень важен он. Иначе наш город потеряет, так сказать, торговую ценность. А, да? Я понял, все, садимся. Так, ой, поиски самолета, он же мог далеко улететь. Так, ладно, он сказал, что где-то неподалеку, так что погнали его искать. Может, он вообще в той стороне? Ну, ладно, он показывал куда-то сюда. Так, ладно, давайте искать. Я включу максимально все радары. Так, активировать. Максимальный уровень радаров я врубил. Собственно, давайте искать. Пока ничего не видно. Где же? Ладно, буду искать. Я уже по второму кругу еду. Да ты еще какому-то второму? Это уже 55-й, наверное, круг. Я не понимаю, где этот самолет? Мои радары... О, подождите, радары, кажется, что-то засекли. Где-то вот в этом вот районе, как будто бы. Ну-ка. Так. Блин, страшная ночью, конечно, рязь. Ну ладно, я же спасатель. Я должен его спасти. Так. Так, ладно. Так. Радары. Давайте, ну подскажите хоть что-нибудь. Там, может быть, где-то здесь. О, здесь какой-то сигнал тоже есть. Ну-ка. Я не понимаю. О, так, новый сигнал у радаров. Да такое ощущение, что они мне врут постоянно. Тупо издеваются надо мной. Так, ладно, проверяем. Блин, сверху ничего не видно. Придется снова нырять. Так. Я говорю, тут нет нифига. Так, у меня снова сигнал от радара. Ну, они 100% мне опять врут. Ну, ладно, давайте проверим. Так, как будто бы вот где-то вот в этом вот районе не показывают. Ну, давайте проверять. Прием, спасатели. Да, что такое? Короче, не могу уже найти самолет, уже вот стемнело во все. Вызывайте, короче, подмогу. Хорошо, без проблем, вызываем подмогу. Так, а я пока поеду дальше осматривать территорию. Так, радары мне тут еще пару сигналов накинули, давайте их протестим. Проверим просто. Так, где-то вот отсюда нужно лететь, плыть куда-то вот сюда и слезать, окей. Это какое-то издевательство, где этот самолет дурацкий? Так, хорошо, есть еще у меня пару сигналов, давайте их тоже проверим. Где-то как будто бы здесь, мне еще сказали. Ну, давайте проверять. Ох, вот эти дебильные радары. Как они меня уже достали просто. Так, ладно. Ну, нет, здесь ничего. Я уже под водой, но сейчас разговаривать, если честно. Фу, блин, все. Мне надоело уже, честное слово. Да что ж это такое-то? Где ж ты, дебильный самолет? Там уже 100% все равно все мертвы. Зачем мне его искать? Судя по, так сказать... Теориям некоторых спасателей, они уже, у них должен был уже закончиться кислород у всех. Да и плюс на какой? Там уже стекло должно было разбиться. Ну как у них, у него одного. Ну нифига же, все, да что такое, да все, короче, да нафиг. Может реально все, вот отказаться, как бы день уже подходит к концу, я на 24 часа только соглашался. Ай, ладно, я должен найти этот самолет. Так, где этот дебильный самолет, где же мне его искать? Ай, так где же? Прием, Вайн. Да, что такое? Мы нашли новый, очень верный сигнал. Попробуй его проверить. Мы скинули тебе его. А? Ага, вижу. Ну-ка, сейчас проверю. Давай, удачи. Так, значит, сперва мне нужно приплыть обратно. Если бы я еще понимала, как мне обратно приплыть. Если честно, я уже потерялся просто немного. По-моему, мне нужно отсюда плыть вот сюда. Да, хорошо. Так, по сигналу мне нужно сейчас повернуть. И плыть прямо. Хорошо, поплыли. Окей, без проблем. Господи, этот житель тут уже сколько часов купается. Ему не надоело, что ли? Совсем. Так, ладно. Ну, где-то, значит, здесь, мне сказали. Вот где-то, значит, здесь близко. Так, ну, хорошо, давайте проверять. Сюда приплываем. Ну, где? Я уже устал, реально. Ну, где этот дебильный самолет лежит? Так, хорошо, мне сказали... Точнее, скинули вот эти всякие вот датчики, мне подсказывают теперь. Короче, мне скинули информейшн, а теперь датчики мне все подсказывают, так что давайте проверять прям хорошенечко. Так, первый из датчиков, ну, первый вариантик мне подсказывает, что мне нужно плыть вот сюда куда-то. Подождите. Так, один из вариантов датчиков мне соврал, это уже. Ну, точнее, уже можно считать, что миллионный там по счету, потому что я уже столько там проверил этих датчиков. Так, хорошо, плывем прямо. И если я сейчас все правильно понимаю, то здесь должен быть такой песочек, небольшой мини-мини островочек песочный. Кажется, его не будет. Хорошо. Разворотик.
Я не понимаю, короче, где самолет. Ребята, мы должны найти этот самолет любой ценой, вы понимаете? Ай, потому что как-никак там груз хотя бы надо забрать, потому что этот пилот уже навряд ли выжил. Ай, ладно. Чё ж мне делать-то? Чё ж мне делать? Да, это какой-то капец. Это просто какой-то капец. Вайн потерял самолет. Не знает, где его искать. Искать. Я не понимаю, где этот дебильный самолет. Не, ну все, короче, мы его не найдем. Все, я уже сдаюсь. Вот реально, где самолет? Ребята! Ведутся поиски. До сих пор. Я не понимаю, где же все-таки искать этот самолет. Так, опять датчики что-то засекли. Мне уже, если честно, надоело. Так, ладно, стопаем примерно где-то здесь, смотрим. Нифига. Меня точно троллит этот дебильный датчик. Вся вот эта фигня, ну реально уже, ну бесит прямо. Ну где? Где этот дурацкий самолет? Так, вот так вот мы опустим камеру и будем следить, короче. Давайте аккуратненько. Не, мне кажется, все. Самолет мы не найдем уже, ребята. Это просто бесполезно. Я сейчас сдаюсь. Мне кажется, все, я сейчас уже разворачиваюсь и начну и уезжать отсюда. О. Самолет! Прием, прием, прием! Срочно скидывай координаты! Я нашел самолет! Я нашел его! Ага, прием, прием! Можешь проверить, если кто на борту живой? Сомневаюсь, ну ладно. Он мертв. Все, это фаталити. А по грузу что? Блин, груз это ж не моя часть уже. Все, самое главное, что я координаты скину. Я могу разворачиваться и уезжать отсюда. Я это сделал, ребята! Я нашел затонувший самолет! Я нашел его, правда, я не смог спасти этого жителя. Получается, этот город теперь немножечко, так сказать, поменьше денежек будет получать от торговли. Ну, я думаю, Дубай это не помешает, как никогда. Мы же тут в Дубае как бы сейчас находимся, ребят. Вдруг кто не знает. Так, ладно, все, поехали, короче. Опа, поворачиваем. И вот, собственно, уже всякие парковочки и т.д. т.п. Так что аккуратненько мы вот так вот подплываем. Подплываем. Хорошо, вылазим. Подплываем. Ой. Машинка вот эта интересная есть, которую я достала из воды. Послушай хотя бы. Нет. Плюс бензина нет особо. Ну, буквально пару процентов. Молодежь, что нашел, Вайн? Ну все. Получается, твой день за спасателем закончился? Тебе понравилось? Было очень классно. Правда, пока я искал самолет, я уже так устал, мне так надоело все. Но я его нашел! Да, и на борту, к сожалению, он мертв. Ну, да, это было очевидно, поскольку уже прошло довольно очень много времени. Ну, а если быть точным, где-то 2 часа вроде с поисков. Или не 2 часа, я не помню, примерно где-то столько. Ах, ладно. Все, ребятки, ну, в общем, я пойду. Ага, хорошо, Вайн, спасибо огромное, что появилась на видень. Пока-пока. Пока-пока. Ну что ж, ребята, вот такой ролик у нас получился. Ставьте обязательно свой лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Я бы побыл целый день спасателем. Всем пока, до свидулики. Фух, где домой спать.